мы в 2014 году приняли решение не превышать налогов на бизнес. Это и происходит. Несмотря на различные предложения самых разных ведомств сделать исключение, все-таки в конечном итоге мы удержались от повышения налоговой нагрузки на бизнес. Более того, не только удержались от повышения налоговой нагрузки, но и ввели целый набор льготных режимов, скажем, для малого и среднего бизнеса. Теперь мы говорим о том, чтобы самозанятых освободить от всяких уплат на определенный период времени, с тем, чтобы они легализовались, вошли в нормальный рабочий ритм и чувствовали себя уверенно. Это большие такие существенные шаги. О тех же ТОРах мы говорим, о других налоговых режимах. Мы говорим о особом порядке налогообложения в сельском хозяйстве, где существует две возможности сократить налоговые платежи, причем легально. Мы говорим о сокращении отчислений в социальные фонды для высокотехнологичного бизнеса, в том числе малого, что в конечном итоге явилось основанием для роста этого сектора российской экономики IT-технологий. Вот этим мы всем занимались, я считаю, эффективно. Действительно, в 2016 году это все заканчивается, и мы должны сейчас спокойно в рабочем режиме на уровне правительства, экспертов и бизнес-сообщества, в том числе, надеюсь, и с участием РБК, поскольку РБК специализируется именно на анализе того, что происходит в бизнес-среде. Я иногда вижу ваши передачи, у вас очень хорошие эксперты работают там. Значит, надеюсь, что вот все вместе мы выработаем план нашей работы в этой сфере на следующую четырехлетку. И после обсуждения и окончательного принятия решения создадим устойчивую работу для бизнеса на следующие как минимум 4 года.